рад, что ты снова с нами, Страж. Падшие производят оружие на Европе, чтобы усилить свои позиции по всей системе. Наша цель — сделать все, чтобы сорвать их планы. Для начала уничтожим важный завод. Задание тебя будет консультировать Варикс. Он прекрасно знает этот комплекс. Он хорошо охраняется, и не только Эликсни Эрамис. Европу терзают вексы. Они клинок в сердце тех, кто все еще шепчет имя Эрамис. Не исключено, что мы сможем этим воспользоваться. Множество замков. Варикс даст тебе свои ключи. Они старые, но должны подойти к новому замку. Думаешь, старые коды доступа сработают? Может, есть какой-то другой способ? Другого способа нет. Ладно. Между нами говоря, мне так надоело взламывать охранные системы.
дверь заперта. Мой ключ или провал? Все равно не понимаю, как нам это поможет. Но если нужно взломать эту штуку, я это сделаю. Отказано. Какой сюрприз. Новый план. Страж, я засек в другой части комнаты нестабильную энергетическую сигнатуру. Кажется, это реактор. Давай действовать на опережение. За последнее время мы многое испытали. По-моему, мы учимся делать все по-своему.
Ого! Какую штуку отгрохали падшие? А вот и еще один терминал. Не взорви его. Это нам здорово помешает. Ладно, ладно. Давай взглянем на эту штуку. Ого! Какую штуку отгрохали падшие? А вот и еще один терминал. Не взорви его! Это нам здорово помешает. Ладно, ладно. Давай взглянем на эту штуку. Thank you.
оборудование завода отключается. Отлично, Страж. Важный шаг на пути к усилению наших позиций на Европе. Но следующий удар нужно нанести как можно быстрее. Воспользуйся присутствием вексов. Ждем указаний, командир. Мы готовы. Посмотрим. Возможно, Варикс укажет тебе правильное направление. Может показаться, что мой народ пал, но это не так. Мы должны поговорить. Что Варикс может сделать для тебя? Расскажи мне.